В этом видео вы узнаете, как правильно использовать генератор объявлений для Google AdWords. Заходите в генератор объявлений Google AdWords, вставляете список слов, где уже разделены ключи по группам. Выбираете с правой стороны соответствие, в котором вы хотите, чтобы были ключи, например, я выберу точное. Не забывайте прописывать предлоги и переходите к созданию объявлений. Прописываете все три объявления, конечную ссылку, первый заголовок, второй, третий, путь, отображаемый путь 1, 2 и две строки описания. С правой стороны у вас есть окошечко превью, то есть вы можете посмотреть, как будет выглядеть ваше объявление. Внизу вы увидите баланс слов, то есть анализ качества текущего текста объявления. Если вы добавляете в текст какие-то цифры, эмоциональные слова, типа лучший, популярный УТП или какие-то продающие слова, заказать, купить, то все это будет повышать оценку вашего текста объявления и заголовка. Ну, здесь у нас для примера, здесь пока что показывается циферка 3. Переходим к полю быстрые ссылки, также прописываем необходимое количество нам быстрых ссылок. С правой стороны в окошечке превью теперь отображается, как выглядит наше объявление уже с быстрыми ссылками. Переходим к полю уточнения, добавляете уточнение. С правой стороны в окошке превью теперь уже будет выглядеть объявление более полным вместе с быстрыми ссылками и уточнениями. Переходите в колонку минус слова, добавляйте минус слова в любом формате. Если вы будете добавлять минус слова в точном соответствии, то есть в квадратных скобках, тогда слова склоняться не будут. А если же вы просто добавите минус слова, тогда все минус слова просклоняет наш склонятор автоматом. После прописания минус слов вы называете свою компанию. Ну, например, назову поиск США. И нажимайте на волшебную кнопку «Создать компанию». Все, компания создана. Все, что вам нужно сделать, это скопировать ее и вставить в Google AdWords. Или же вы можете скачать ее как файлик, или же просто нажать на кнопочку «Сохранить». То есть все сохранится на том месте, где вы закончили. И вы можете чуть позже просто вернуться и доделать компанию.